Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Корею в Sid Meier's Civilization 6. Партия на восьмерых, континенты, монополии корпорации, случайные технологии и варварские кланы. Подробности традиционно в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на эту серию, переходите к первой, ссылка на плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. Кроме того, спонсоры канала в этом самом плейлисте все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку, а вам всем приятного продолжения просмотра. Фигово для англичанина делаю, но, блин, мне же тоже надо строить это чудо. То есть, видите, я снижаю влияние его религии. Так, надо на ап. Вот скидка. Апаем в мушкетера. Вообще, мне сначала, наверное, давайте линейные пехотинцев откроем. Скажите, пожалуйста, где пушка находится? Кто спрашивает? Англия спрашивает, где пушка находится? Бомбарда, в смысле? Бомбарда, в смысле, да? Банковское дело, тебе надо прямые паруса и порох. Не бомбарда, а, блядь, полевая пушка. Понял, понял. Полевая пушка за военной наукой. Хочешь спросить, где военная наука? Ну, уже не я, уже понял, что уже далеко. Эй, спасай рыцаря около Кванджу. Нужен сейчас деньги на апгрейд. Хотя я сейчас буду, наверное, покупать... Блин, жалко, вот тут нельзя юниты передать, да? Я бы передал... Прими сделку, пожалуйста. Англичанину, конечно. Есть угольная. Следующим ходом заработает электричество у нас. Посмотрим, какой минус... А, уже идет минус 2. Блин, я ученого. Ну, мне сейчас его дадут. Кто-то забрал ученого, я не успел этого на... За каждую клетку с чудом природы. А где-то тут было у нас... Ну, оно хреновое такое. У тебя Бристоль так снимает. Корпус бомбард. Ну, ты понимаешь, у тебя... Корея вступится. Да вот, пока союз не закончится. Понимаешь, у тебя надо еще стены... Средневековье еще поставить лучше. Это было быстро. Я всех его юнитов забайтил. Просто лучший, реально. Спасибо. Так, что у нас? 108 по культуре. По науке вообще офигительно идут. Так, давайте, значит, апаем и еще двух покупаем. Этот ученый. Ну, надо какую-то другую клетку природы. Слушайте, а на нашем континенте чудо природы еще какое-нибудь есть? Вы находили? Наска. Ну, Наска нам нафиг не нужна. Три. Плыви к нам. А сколько всего должно быть? По идее, 4. А, ну, значит, одно у нас...
Должно быть 5 написано. 5? Угу. Да, блин, я просто не успеваю, просто... Мне, блин, надо двух линейных этих купить и апнуть юниты, которые есть. Так, а где там... Строительная инженерия художника. Трех послов в выбранном государстве. Такое себе мастерские было бы, наверное, неплохо. Три культуры от мастерских. Блин, я вот это купил бы. Стоим, ждем. Блин, тут просто леса. Наверное, все-таки надо вырубать и ферму ставить. Сколько ходов? 6. Блин, этих все забываю. Тут линейный пехотинец. И тут, наверное, линейный. Или где надо принять, где у меня нету никого. Вот в Чинжу давайте. Что у нас, вассалы? Отлично. Продуктовый рынок откроем. Две верфи вряд ли. Вот в нефть надо будет идти. О, на следующее, кайф. А химия? Ну, нефть откроем. Надо видеть, где нефть. Банк готова, биржа. Леш, дай лентлиз, пожалуйста. Что дать? Я запросил там у тебя кое-что. Тебе золото нужно на арабе? Не. Оно тут не поможет точно. Так, где я не успел выбрать? В Канджу. Строить. Ну, тут надо с ромашкой рядом что-то ставить. Наверное, промышленную зону. А, или тут не хватает? Не хватает. 7. 10 надо. В Канджу надо вот сюда театралку. Купить эту клетку. Ну, а в Канджу, наверное, чисто биржу. Куда у нас энергия сейчас работает? Ага. Значит, нам в Чинжу нужна промышленная зона, вот как раз сюда куда-то. Видите, чтобы она влияла на эти города. Где у нас, докуда у нас энергия добивает?
Вот это будет примерно Чунжу, на Чунжу и Канын. Так, здесь до всех добивает энергия, просто тут она не требуется еще. Есть торговец. Я бы, наверное... Не, хочется, конечно, эту клетку передать, но тут тогда слишком мало у Сеула будет клеток своих. Ну, кстати, вот сюда запретный дворец можно построить. Давайте строителя... Блядь, зачем ты уничтожил? Вот, блядь, чтобы вы понимали, тут люди бороться решили ради того, чтобы сбегать города мои. Господи, боже мой. Что вы делаете, парни? Да прямо там, ладно, мискликнул, бывает. Что там? Блядь, это очень сильная хуйня. Ой, боже. А как так-то? Перенервничал? Ну, быстро атаковал и потом не тупо. Предложение Англия. Так, знаете что, давайте я тут куплю рабочего, может, я, наверное, не будет денег еще, да. Мека и так не делает. Ничего тут не меняю пока. Это он все продумал, он сжег, чтобы Мека не отваливалась по лояльности потом. Блин, тут маяк нужен. Есть всякий мув. Так, кто тут мне торговец выпал? Три посла в выбранном. Так, в лиц, видимо. Нефть. О, у меня прямо на нефти уже стоит. То есть я могу апать прямо уже. Вау. Так. Блин, а надо ли 4 хода? Ну, я же не смогу выйти в золотой век. Наверное, пока не буду апать. Блин, а куда мне? Мне даже отправить некуда пока. У него пушки появились, немец. Сингапур. Бандар Брюней. Аютхая далеко. Ну, Бандар Брюней, кстати, можно до 7 довести, ладно. Хотя я собираюсь войну Жириму объявлять. Получается, секретный агент Рима на этом острове просто это портит жизнь людям немножко. Но они же сами решили на тебя нападать. Ну, да. Не ты же на них напал. Не, ну у них законно. У них успешно это получается, но я думаю, что побыстрее рассчитывали все-таки. Да нет. Ну хотя, вернее, вот как у них? Город у немцев получается, если честно. У Египта особо не получается. Так, а я верфи уже могу строить? Наверное, стали варенье надо открыть.
Без броненосца. И для кого эти волшебные компуса строил? Да не говори, блин. Такой ведь был план капкан. Хорошие компуса, плюс 4 на лабах. И еще у меня был этот чай, который можно через корпорации нахерачить кучу науки. Но как он тебя забирает-то? Вот что непонятно. Полководец, корпуса, линейный пехотинец, бомбарда, пушки. Нет корпусов. Как нет корпусов? А, зачем? Подожди, это, подожди, это Англия сейчас говорит? Да, 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 у меня подо мной. А, прям... все, Англия, прости, прости. Два корпуса линейных пехотинцев, корпус бомбард и корпус пушек. Там один город за два хода уходит. Я не вижу, как ты его видишь. Я думал, что ты араб говорит, я думал, у меня просто нет корпусов. Средневековые стены за три хода. Ну, за два с половиной. Уф. Это больно. А в стольне Мачу Пикчу. Мавзолей в Галикарнасе. Да, на мастерские там кто-то забрал. Я мискликом, чтобы ты понимал, уничтожил кампус на плюс 5. Не, хвачку не хочу. Наверное, все-таки в темный век хочу выйти все еще. Да, не надо было союз Риму давать, блин, что-то я... Что-то я не сообразил, что он на англичанина пойдет еще. Ну, мне нету смысла на Гагу будет нападать, потому что он с моря все отобьет. Мне надо будет как-то отсюда, что ли. На самом деле тебе надо было, конечно, чуть больше армии просто строить как-то, не знаю. Так, амфитеатр. А где такой юнит? Не, ну чудо нормальное. Солидное. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Может, рурку реально построить? В столице. Но долговато, 8 ходов. Так, где национализм? Так, тут покупаем стены.
Может, тут военный лагерь как раз сделать вот сюда. Кавалет-то есть, стены дешево стоят. Не помешают вообще. А военный лагерь, чтобы корпуса этих тут покупать, арты. Шесть ходов. Блин, мне кажется, он заберет, конечно, англичанина раньше. Ой, тут чудо. Так, подождите, пока. Так, я так понимаю, что у нас это есть. Телепорт на карте. А что случилось? Ну, чудо такое. А, господи. Так, немец. Каир твой же, правильно? Моя Мекка. А ты кто, Каир, не сможешь взять? Я тебе его... Не, Каир твой. Хорошо, ты верхний трибер? Ну да, а ты не поможешь? Ну конечно. Или казармы. Тебе нужны деньги на... Не, ладно, конюшни. Ну, может, да, выслать что-то. Тут угольную надо просто поставить. Видишь, где моя лошадка плывет? На востоке. Так, да. За ней охотится каравелла. Римская. Вижу, вижу. Нет. Че, на Саладине ты там не скоро умрешь, я надеюсь? У меня деньги кончаются. Фак, в нормальный век выхожу. Так, бля, ты говорил, тебе не нужно, их все потратил. А у меня что-то были-были, и сейчас в минус резко пошли. А так, в принципе... Я что-то нажал, и все сломалось, да? Да не, там просто город с ЦКшкой сожгли как раз поэтому. Да, кстати, англичанин, а ты как держишься? Я тебе напоминаю, что ты можешь у меня все просить, что тебе надо. Ну, типа, Рим, если... Я не знаю, я тебе эти очки мирового влияния могу продавать за бабки. Они у меня по 13 ход, потому что я 2 столь не забрал, то забей. Я могу тебе просто кидать деньги, если надо. Так тоже можно. Но он повел войска наверх забирать мои новые города. О, блин. Блин, как у нас не вовремя повысился, я из-за этого вышел в нормальный век. Я, получается, всех встретил. Я в героическом. Класс, встретил другой континент, и у них торговать нечего, зашибись. О, привет. Да, это мы, тот другой континент, который ты искал так долго. Давайте мы, наверное, оружейную купим.
и почитаем проекты на генерала промышленной эры нового времени. Да, то, что надо. Лёш, дай селитры, я тебя попросил. Тут археолога надо, подождите. Или я не открыл еще археолога? Тяжело вспушить, у нас тут две клетки. Ну, надо пробовать, а что ж, я тут борюсь с ним просто. И... Да, не, так я же себе... Блин, я вижу самолеты, но не вижу... Ладно, все равно в химию сначала надо, но не вижу аэропорты. А для того, чтобы увидеть аэропорты, мне надо... Пытается. Мне надо чудо построить. Ну что, я могу его вот здесь как раз. Ну, меня, наверное, перенесет куда-то, да. Англия сделка. Ладно, просто не успеваю тут выбрать. Кто немец, протащим, может, меня? Не, давайте. Да, подождите, отменим все торговые пути Риму, ребята. А с кем он торгует? Со мной. Ну, у меня еще 6. Так у меня 6 ходов еще союз. Зачем ему помогать? Так у него два лета, блин. Ну давай. Ребята, почему Риму, если там у Кореи 312 на 124? Потому что забирает сейчас Рим Англию и обгоняет меня. Нет, не обгоняю. Обгоняешь, там такие кампусы у Англии. А у Англии кампуса плюс 5. Они больше, чем у меня даже. Мне кажется, что в речи Лёши есть какая-то... Да, мне кажется, Лёша съел симил всю игру. А? Мне кажется, Лёша съел симил всю игру, а теперь пытается тебе говорить... Подождите, а можно, можно я скажу? Если мы Лёша забаним, мы же и Риму забаним, правильно? Потому в смысле, что... я торгую... Я с Англией, я не торгую с Римом. Нет, то есть если мы забаним тебе, то мы и Рим придушим, и тебя. Ну, по факту. По факту. Это интересный вариант. По факту вы сделаете лучше Риму. Чего? Ну, потому что Рим сможет с кем-то еще торговать. А я не могу забанить. Я не встретился со мной. Зачем, Сладин? По факту у нас разница с Римом в науке 70 науки. Он забирает города науки, города Англии, у которого по 5 этих кампуса. Я же никого не забираю. Мои проблемы в чем? В том, что вы даете Риму выиграть? Никого не забираешь. Почему выиграть? У тебя еще все города стоят, и у нас горы между нами. Так они дают забирать спокойно тебе Англию. Каким образом? Ну, все-таки прошло против Рима. Я так, Египет против Риму, меня. Самое, Египет против меня голосовал. Так, сколько у меня еще ходов? 4. Скажете, где национализм?
Национализм начинается за строительной инженерии. Да. Все. Так, торговец. Блин, что-то руку хочется. Два капера. Предложил мне купить 50 очков мирового влияния за 200 монет. Выгодно. Да, мне же сейчас нужны очки мирового влияния. Конгресс же только что не закрылся, правильно? Я до предложил, он не успел принять просто. Так, что я тут хочу? Озарение, компьютеры. О, для строительства чудес. Во. Если мы этого заберем, то рурку я попробую сделать. Немец сделал. Секунду. Немец, у меня к тебе торговые пути по 35 ходят. У кого? Кому что? От Египта к тебе по 35 торговый путь. Жирненько. Я просто каким-то чудом пролез. Да. Просто я хочу. Почему хотел здесь сделать? Потому что. Ты еще деньги не потратил? Тогда больше. Потратили. Ой, куда меня вынесло? Давай, давай, потому что. Охренеть. Давай, 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 все. Все, давай мы это. Я начинаю конвейером тебя спонсировать. Давай так. Рим, проспонсируй меня тоже. Че? Ну ты бы сказал, что кинул. А, не, на этот ход еще нормально, вот на следующие уже это, дезертиры пойдут. Я не успеваю хейхаза. Ну вот если сейчас Леша впишется, то я и свои города верну. Я впишусь, у меня... Я несомненно впишусь, прям 100%. Три хода. Да я сейчас уже в национализм влетаю и в линейку хотим. Сейчас... Стольню он мою не заберет. Еще и у него... Мой кампус разрушил вулкан, замечательно. Ну вот. Угу. В смысле, в моем захваченном городе, это карма. Шеффилд больше производства даст. У Рима все войска вообще стянуты в район Ватикана, поэтому если их там отсечь, то их можно подобивать там. Ну, слушай, как я, кстати, вижу почему-то. А, потому что у нас с тобой уровень союза. Как их там отсечь? То надо для этого Рим захватить. Ну да, я имею в виду, что типа вообще он все войска, у него всего лишь 1000 войск, да? Это скорее всего все, ну кроме морских. То есть они локализованы. Можешь спокойно города его брать. Угу. Блин, знаете что? Надо военную эту построить еще. Я совсем забыл, что для покупки корпусов нужна военная. Ну, как раз вовремя. Предложение Англия. Слушайте, а что у вас нету ничего в торговле араб и Египет? Потому что у араба забирают территорию, а Египту разрушили город и была торговля. Да блин. Араб отдал все своему лучшему другу Риму, все что было. Нам рурка даже больше не для производства, а чтобы открыть где аэродромы. Потому что они ускоряются чудом промышленной эры. А немец мне. А я все англичанину отдаю. Дружба это чудо. Сеул и Кёнджу.
Так и живем. Ну, это дополнительный... Это дополнительная карточка. Так что это хорошее чудо. Ну, причем универсальная ячейка курса. Вообще все, что угодно можно ставить. Я пока в теократии. То есть сейчас я коплю веру, чтобы покупать корпуса арты. Мне еще, кстати, аэродромы нужны для дронов. Не для дронов, а для воздушных шаров. Не, ну аэродромы где-то здесь. То есть либо тут получается. Видимо. Не, медсоюз продлит она. Да, да. Ничего себе, ёбну. Мобилизация тут. А чё так больно? Что, где? А, на свои разборки питерские. Так, здесь давайте... А, немец. Сделка, принимай быстро. Спровоцировать беспорядки. Я кидаю. А, подожди, не принимай, не принимай. А, нет, принимай. Я думал, с Англией заключить, но мы вдвоем не можем. Что тут взять? И надо, чтобы ты подвинул своего рейнджера возле меди. Не, лучше тут обработаю. Я пока никакие клетки не хочу покупать. Блин, кого апнуть? Ладно, на гранты пингалу. Логистика. 370. Нет, давайте еще, наверное, логистику. Так. Здесь шпиона. Здесь... 5 ходов до чего-нибудь. Республиканское наследие, конечно же. Это Египет или Араб? Расскажите, где у вас чудеса есть? Ну, ты приплыви. Ну, я вот около Суана или Халеба. Если приплыви. Ну, вот между ними чудо. Да, между ними чудо? Халеба. Да. Сверх, справа-то Суана, плыви по берегу просто. В смысле, сверху справа? Так... Справа Тасуана, просто плыви по берегу. Так я вижу, я открыл вот весь проплыв от Тасуана к Халебу, я вижу, где там чудо. Вот тебе, там есть небольшой заплыв такой в одну клетку, тебе нужно Но. В него зайти. А, понял. Просто я все еще чудо не вижу. А, там в пусто... Я понял, я вижу, что у вас где та самая Петра и пирамиды, из-за которых вот. Все... произошло. О, а что ты Мекку не удержал? Мы лояльность. Нет, понятно. А я в темном веке. А, ты в темном. В общем, операция пошла вообще не так, как планировалось.
Да, тут что-то разворот. Так, 75-2 единицы. У нас вообще еще нефть есть. Мне же надо в первую очередь на арту тратить. Нет. О! Так, дальше. Ну, там обрабатывается. Эту мы не сможем пока брать, она на воде. Так, все понятно. Вот ту надо быстрее. В общем, быстрее. Я героически сражаюсь, но... это довольно бессмысленно, если честно, выглядит. Пока ты живешь, у меня есть плюс 5, понимаешь? Я понимаю. Ну, а смысл, да? Да, пригодился. Обидно. Так, а во что у нас кирасиров дальше апается? Да, так мне, может, мне кирасиры открыть сначала? Смотри, вот это уже похоже на приличную сделку. Или как ты думаешь? Похоже, я не знаю зачем, но ладно. Ну, что, он там снизу бежит к плимуту. Да, вижу, спасибо. Пехотинцев уже его обстрелял. Надо апнуться. Какие же мы бесполезные на нашем континенте, боже мой. Это просто ужас. Ну, да нормально, что, зато не скучно. Это реально, знаешь, вот приедут потом к нам вот эти ребята. Как, На Корее приедет вам, которого вы не забанили, ребят вас. Как я приеду? У меня все города внутри этого. Подождите, к вам же уже приехал Рим, он же уже там что-то вам диктует. Это он так, знаешь, это он по губам провел, так скажем. О, Рим там снова Магдебург на море поставился. Да, я заметил. Так, следующим ходом война. Пятьсот сорок пять. Ну, наверное, надо тоже апать. Египет. Да. Сделка. У меня нет сделок. Сейчас посмотрю. А, где сделку нет? Ты уже потратил. А, так ты меня только предупреждай меня. Две смотри, полевых пушки цель, надо купить. Смотри, я пушки не открыл, цель, по-моему. Смотри, у меня сейчас я подойду тебе помогать, короче. Или открыл? Давай. А, у меня хвачки. Слушайте, а у меня хвачки заменяют пушки. Если я апнусь в хвачки, они засчитают мне две полевых пушки или нет? Конечно. Да, должны. Еще тебе очки дадут. Не, ну очки-то понятно. А нефтяные вышки, они в океане работают, если их никто обработать не может? Так если они не обработаны, они не работают. В смысле, если за третьим радиусом города твоего? Да, работают. Окей. Так. Значит, начинаем.
Где тут? Рурочка. Догорела до окурочка. Рурочка. У меня нет предложений. И дайте еще раз. Или кто вы хотите сказать? Пропущу ход и отправлю в Рим. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут поискать уже в плейлисте, ссылка на него в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. В поисках чудес.